Allow me to reintroduce myself. My name is the game. Jeremy McWilliams, remember the name. We interrupt our program to bring you this important message. Good evening. Good evening, my fellow Americans. 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 Everybody, I got bad news. This is Halloween. This is Halloween. Halloween, Halloween. We've been canceled. Мы отряды Путина категорически запрещаем Хэллоуин. No, God! No, God, please, no! 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 Жили кельты. И они были язычниками. У них было всего два времени года. Лето и зима. Are you sure about that? 31 октября они отмечали приход зимы. И когда ирландцы привезли этот праздник в США, все обросло маркетингом. I don't believe you. Отмечая Хэллоуин, вы делаете богаче чужого дядю или тетю. Думайте головой. You don't know what you're talking about, do you? Я считаю, что Хэллоуин – это полнейшая безрассудица. Я, как истинный патриот своей родины, считаю, что у нас предостаточно наших российских праздников. You serious? Вы против американских праздников. У нас предостаточно своих праздников, и у нас их еще будет больше. It just makes no fucking sense. Я как христианка, я считаю, это не по-христиански праздник. У нас свои достаточно праздники. Я против этого праздника. Это не наш праздник. Я против этого праздника. Он чувствует нашего разумения. Я не знаю этих праздников и не хочу. У нас свои праздники. Нет, Хэллоуина. Я лично против этих праздников, как патриот Российской Федерации. Наши праздники прекрасные, и нам чужие не нужны. Keep telling yourself that, darling. Нет этой чертовщине. Это не праздник для нас. Well, that is true, actually. Американские праздники нам не нужны. Мы хотим своих, российских. Никакого Хэллоуина! Take a shot, you've got everything you'll ever need. You fought, you're not gonna let up on the speed. Those knots that got you are only make-believe. Those